Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Школа доктора Скачко». А я доктор Скачко. Врач, фитотерапевт, диетолог. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести и через интернет. Автор сотен видео в интернете. Как на сайтах разных телеканалов, так и на моих каналах. Где я рассказываю простые вещи. А именно, как правильно питаться, как правильно дышать, как правильно двигаться, как правильно выживать, если вы попадаете вольно либо невольно в экстремальные ситуации, как правильно пить воду. Все эти показатели очень важны, чтобы у вас получился ваш собственный уникальный здоровый образ жизни. В этом видео решил ответить на важный для большинства, а для части людей жизненно важный вопрос. Как правильно пить воду для здоровья ночью? Ночь – самое экстремальное время суток, когда вы не можете полноценно контролировать свой уровень здоровья. Более того, если вы не знаете, как правильно себя вести, то экстрим ночной только увеличивается. Увеличивается в разы. Я имею в виду, если вы не знаете, как правильно питаться вечером. Да, запрет на питание после 18 часов присутствует. Многие его знают. Часть выполняют и рискуют в ночное время. Нужно знать, как правильно питаться и после 18 часов, чтобы ночь прошла для вас более-менее спокойно. Часть людей злоупотребляет алкогольными напитками и рискует в ночное время больше других. Часть людей курит вечером, ночью перед сном. Некоторые ночью просыпаются и курят. И риск увеличивается, кардиологический риск увеличивается в 2-3 раза. Риск умереть от инфаркта либо инсульта в ночное время для тех, кто курит, увеличивается в 2-3 раза. Кто свой организм довел до не самого лучшего состояния и храпит ночью. Но храп – это одна проблема. Если есть апноэ ночью, проблема увеличивается просто в геометрической прогрессии. Вы жестко рискуете своим здоровьем. Те, кто утром просыпаются, имеют холодные кисти либо стопы. Те, у кого присутствуют темные круги под глазами. Те, у кого присутствует утренняя печеночная лень, либо синдром хронической усталости. Каждый из обозначенных людей, кто имеет эти признаки, рискует. В ночное время очень рискует. Особенно, если несколько негативных факторов складываются и проявляются у одного человека. Поэтому смотрите это видео дальше, и вы узнаете, как же правильно пить воду ночью, чтобы риск в ночное время был для вашего здоровья и для вашей жизни минимальным. Что объединяет все вышеперечисленные случаи? Значительное увеличение вязкости крови в разные периоды ночи и на разный срок. Если вы занимаетесь курением, после каждой выкуренной сигареты вязкость крови увеличивается примерно на 1 час. Иными словами, для того, чтобы утром проснуться без инфаркта либо инсульта, вы должны бросить курить более чем за 1 час до сна. Конечно, убитые курением легкие, сердце, сосуды вы таким образом не восстановите. Но на следующий день, либо в ином периоде времени, у вас появится возможность заниматься своим здоровьем более целенаправленно. Если вы не знаете, как правильно питаться после 18 часов, как правильно использовать разные напитки, вязкость крови, объем циркулирующей крови увеличивается практически на протяжении всей ночи. Время на переваривание продуктов питания в ночное время продлевается. И риск того, что продукты питания, попадая в кровь, увеличивают объем и вязкость крови. А ночью вы отдыхаете, вы не можете своими мышцами помогать сердцу обеспечивать циркуляцию крови и улучшать как пищеварение, так и снабжение органов и тканей продуктами переваривания пищи. В этом случае явление дисбактериоза легко могут усиливаться либо проявляться, потому как различные микроорганизмы, всегда присутствующие в пищеварительной системе, при более вялом переваривании пищи вами, будут активно вам в этом процессе помогать. Продукты брожения либо гниения будут попадать в кровь и дополнительно увеличивать вязкость крови, нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Потому как минимум экскурсия диафрагмы в ночное время будет снижена.
А значит, венозное сердце не поможет вашему реальному сердцу эффективно обеспечивать кровообращение. И любые сюрпризы в течение всего ночного сна могут быть. Если у вас присутствует храп, то чем ближе к утру, риск возрастает. Открытый рот — это хороший испаритель для воды. Иными словами, вы воду теряете значительно быстрее, чем тот человек, который не храпит. Если же у вас присутствуют элементы апноэ, иными словами, ваша сердечно-сосудистая система периодически замирает, когда она не может обеспечивать нужную циркуляцию крови, риск, естественно, возрастает в большей степени. Такие видео есть на моих каналах. Можете их посмотреть. Что такое храп? Как с ним бороться? Есть быстрые способы лечения храпа. Есть более медленные. Выбор зависит от вас. Если у вас утром присутствуют темные круги под глазами, это говорит о том, что кардиологический риск в ночное время у вас сохранился и в утренние часы. И вам нужно правильно себя вести, понимая, что сердечно-сосудистая система работает с большим напряжением, чем у того, у кого нет темных кругов под глазами. Кардиологический риск в еще большей степени возрастает, когда кроме темных кругов под глазами у вас периодически холодные кисти и стопы. Если эта ситуация у вас проявилась, это говорит о том, что мощности сердца не хватает для обеспечения циркуляции крови, и у вас идет так называемая централизация кровообращения. И это достаточно серьезный звоночек, который показывает, в каком плачевном состоянии находится ваш организм. И что делать в этих случаях? Конечно же, ночью, вернее вечером, вы должны поставить рядом с собой стакан чистой воды. И в случае, если вы ночью проснулись, вы эту воду выпили. Если вы ночью не просыпаетесь, вы эту воду пьете рано утром, как только проснулись. Чем раньше вы восстановите ночные потери воды, тем лучше. Кроме обычной воды, вы можете использовать в ночное время. Можно использовать щелочную воду. Щелочь, попадая в пищеварительную систему в ночное время, желудок, как правило, в это время спит. Соляной кислоты в нем нет. И щелочь легко и просто пройдет в кишечник, попадет в кровь и быстро снизит вязкость крови. Если вы хотите немножко подпитать свой организм, особенно если вы ночью встаете часто по другой причине, у вас работает мочевыделительная система в ночное время, можно использовать другие средства, например, цитрусовые. Один апельсин, несколько мандарин, предварительно почищенных, могут ожидать вас на ночном столике. И в случае, если вы ночью проснулись, вы их можете постепенно, легко и просто употребить, восполнить запас воды в своем организме. В этом случае он даже, на мой взгляд, предпочтительнее. Понятно, что язвенники и те, у кого обострение гастрита, такой способ не смогут использовать. Все остальные могут легко и просто использовать такой способ, потому как вы не просто воду в свою кровеносную систему ввели и сделали кровь более жидкой, но и ввели еще какие-то антиоксиданты, витамины, макро-микроэлементы, сахар, органические кислоты. То есть вы немножко подпитали, подкормили свой организм в ночное время, когда он восстанавливался. А питание в данном случае не нагружает пищеварительную систему, потому как те компоненты, которые присутствуют в соке цитрусовых, они легко и просто всасываются в кровь без участия вашей пищеварительной системы. И в этом случае вы тоже создали хорошие условия для обеспечения кровообращения и сняли кардиологический риск, который присутствует в ночное время. Очень важен правильный ужин. Я об этом говорил. Конечно, такие видео на моих каналах есть. Как правильно есть или что не есть после 18 часов. И почему стоит или не стоит исключать ужин после 18 часов. На мой взгляд, не стоит. Ужинать нужно. Ужин должен быть только правильным, легким, доступным вашему организму без активного участия пищеварительной системы. Иными словами, хорошо бы за час, полтора, два до сна съесть порцию овощного супа, овощного рагу. Можно борщ съесть. Несколько хуже употреблять вечером перед сном кисломолочные продукты, каши. Они быстрее перевариваются
и в меньшей степени обеспечит вас организм водой на протяжении ночного отдыха. Поэтому выбор ваш. Да, есть определенные проблемы. И как их решить, я вам уже дал различные варианты. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписчик моего канала. Потому как много, достаточно много полезной и нужной в разные периоды жизни информации на моих каналах есть. А в следующем видео вы узнаете информацию, как правильно пить воду детям. К сожалению, дети не всегда могут объективно оценивать свой уровень здоровья. И совершая ошибки, не обеспечат полноценное развитие своего организма без болезней и с максимальными возможностями в дальнейшие периоды жизни. Очень многое в уровне здоровья детей зависит от взрослых. От понимания взрослыми, что происходит с ребенком и какая помощь ему в этом периоде времени нужна. Поэтому очень важный момент, как правильно пить воду детям, зависит от поведения взрослых. И вам эту информацию я дам в следующем видео на этом моем канале. До новых встреч на канале Школа доктора Скачко.